Всем здравствуйте, меня зовут Алина Грацан, Петербург. Мои покупочки с фикс-прайс. Кисточка кулинарная, 24,5 сантиметра длина, 55 рублей, по-моему. Вот, далее. Кедровые леденцы с медом, прополисом и лимоном для корма, для горла и иммунитета. Стоили 27,50. Хорошие леденцы. Нормально. Цена хорошая. Дальше я купила вот такие спонжики. 77 рублей спонжик. Я уже его вытащила. Ну, такой приятненький, такой говорится. Я и вот этот тоже спонжик купила. 3 штуки за 55 рублей. Я такими спонжами смываю маски с лица. Вот так вот. Приятненько взяла. Вот это вот на пробу, потому что в основном я всегда смывала вот это вот. Далее купила мыло, вот такой наборчик из 3 штук за 149 рублей. Здесь у нас, по-моему, 190 грамм в одном кусочке. Как-то я покупала за 99 рублей, такого набора не было, к сожалению. Я беру это мыло для мужа, он берет его на работу. Он говорит, замечательно, самое лучшее мыло, как он только и пробовал. А пробовал он, поверьте мне, очень много. Потом приобрела вот такие спички за 55 рублей. Это я покупаю длинные такие для поджога плиты. Вот они. Ну, такие нормальные. Бывает, иногда купишь, господи, думаешь, как бы занозу не посадить. Ну, это нормально, такие хорошие. Спички для пикника. Сколько у нас здесь штук их всего? Всего-всего. Так, ёлочка, я все 40 штук вот указано здесь. Я, как всегда, начинаю смотреть, знаете, с дальнего края иду, просто издалека. Дальше купила эхинацию. Я беру ее неоднократно. Для мужа. Ну, я сама тоже пью с травами для иммунитета. Сделанным в Башкирии натуральный продукт. 77 рублей стоит. Так, давайте. Я, как обычно, сколько у нас здесь миллилитров? А, кстати, также можно и пропитку для выпечки. Действительно, ароматно, очень вкусно. Даже можно, знаете, например, вот кто как-то не может без сахара. Вот это вот замечательно можно добавить. Хотя здесь он тоже сахар присутствует. Да, состав сахар, водный экстракт травы хиноцеи, плодов можжевельника, травы зверобоя, регулятор кислотности, лимонная кислота. Углеводов 62 грамма, калорийность 248 килокалорий на 100 грамм продукта. Объем 240 миллилитров. Замечательный продукт. То какое-то время он, о боже ты мой, пропал, сейчас появился. Далее решила попробовать вот это вот чаговый чай сибирский. Я знаю, у меня отец тоже собирал, сушил, измельчал. Состав здесь только чага, обработанная паром. Вот. Здесь у нас всего 90 грамм, 99 рублей. Решила попробовать. Посмотрим. Ничем не пахнет. Вот такой вот. Сюда можно мед добавить. В этот напиток попробую. Вставлю в ролик и скажу, как он мне понравился или нет. Далее, что приобрела. Это вот такую скатку с ахокислотами. Пилинг-скатка. Осветление, сужение пор для всех типов кожи. Глубокое очищение, сужение пор, осветление кожи, выравнивание рельефа. Лимонная кислота отшелушивает, выравнивает рельеф кожи, делает поры менее заметными, сглаживает рубцы и следы постакне. Ну, посмотрим, конечно, нормализация работы сальных желез. Я еще почему это приобрела? У нас как бы весна, тепло будет скоро. Надеюсь, что лето будет хорошее, жаркое. Вот, а у меня кожа склонна к жирности, поэтому такая вот мне интересна. Да, я же не показала саму. Вот она. Сейчас мы это делаем. Давай. Ну, и что? Опаньки. Ты-ды-дин-дин-дин-дин. Так, скатка. Пилинг скатка. Вот она. Угу. Так, чем пахнет? Ну,
Знаете, по мне прянит, прянит. Пахнет какой-то выпечкой, но не лимоном. Как-то лимона я здесь не чувствую. Так, сейчас мы вот это вот сделали. Потом следующее средство покажу. Вот. Можно также и для рук. Вот. Ну, как-то разницы не вижу, но понятно, это для регулярного использования. Может, тогда и замечу эффект отбеливания. Затем купила вот такой березовый крем косметический с отбеливающим эффектом. Осветляет веснушки, пигментные пятна. Веснушек у меня нет, слава богу, но пигментные пятна есть на лице, поэтому хочу от него избавиться. И лимоном мазала, ну как-то так не особо эффект. Повышает тонус и эластичность кожи. Стоит, по-моему, 77 рублей. Это вот этот вот крем. Ну, посмотрим. Знаете, комплекс минеральных UV-фильтров для защиты и от ультрафиолета и отбеливания кожи. Ну, это хорошо. Активные компоненты. Масло миндальное, очень хорошее масло для лица. Способствует выработке коллагена, участвует в процессе омоложения. Дерм разглаживает морщинки. Масло кокосовое помогает сохранить влагу, повышает защитные функции кожи. Ёкочка, сидит тут рядом и моется. Масло касторовое, убирает сухость, шелушение, повышает эластичность. Ну, состав тоже хороший, но здесь еще в составе есть масло пальмовое, гидрогенизированное. Я люблю вот форму вот таких вот, знаете, чтобы крем был не в баночке, руками туда ползать. Конечно, можно чем-то, но все равно открываешь. А так все вот дозировано тебе вышло. Опа, ну давай. Да, тут сразу, конечно, не сразу доберешься. Ну давай. Опа, выпрямила. Что называется, не сразу доберешься до крема. Но доберешься, зато туда ни пыль, никакие частички, ничего туда, ни шерсть не попадет. Вот. Он шерсти больше, чем пыль. Вот так. Приятный на ощупь, не тяжелый. Так, впитывается. Ну, я на рук. На рук он, конечно, для лица этот крем. Ну, приятный пахнет. А пахнет. Пахнет какой-то отдушиной. И не знаю. Никакими травами, никаким вот этим вот аромата такого нету, к сожалению. Потому как я люблю травяные ароматы, то есть, знаете, чтобы натуром пахло, а не вот этой парфюмерной отдушиной. Вот. Ну, вот такие мои были покупочки. Все, на это все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие, всех вам благ, исполнение желания, ангела-хранителя, предстоящей Пасхи, которая будет в воскресенье. Всех-всех верующих поздравляю. И неверующих тоже. Вот. Ну и берегите, конечно, близких своих. Мам, пап, бабушек, дедушек, мужей, жен, деточек. Берегите их нервную систему, ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважение, взаимопонимание между разной верой в спидание. До новых встреч, до свидания.